Всем привет! Добро пожаловать на обзор Volkswagen Passat 2008 года выпуска. Стоимость данного автомобиля составляет 575 тысяч рублей. И сегодня нахожусь в республике Татарстан, город Набережные Челны, автосалон CarLine. Этот обзор будет посвящен экстерьеру и интерьеру автомобиля. Также мы откроем капот, багажник, заведем двигатель, послушаем его звучание. Такие ключи. Давайте приступим. Кузов B6. Серебристый металлик. Черная тканевая опилка салона. Плотно закрываются двери. Пятиступенчатая механика с небольшими ходами задняя. Чтобы завести двигатель, вставляете вот этот ключ-брелок в этот слот. Затем нажимаете на сцепление и нажимаете на этот ключ. Кожаное рулевое колесо. Рулевая колонка регулируется в двух плоскостях, по высоте и по выбиту. Механические регулировки. Давайте включим фары. Дальний свет фар. Регулирование яркости подсветки приборов. Включим аварийную сигнализацию. Полностью автоматические стекла. Они автоматически поднимаются и опускаются. Давайте откроем капот. Небольшая ниша для вещей для водителя. Шестнадцатидюймовые диски с колпаками, с шинами Bridgestone, размерный шин 205 на 55, задние дисковые тормоза. Указатели поворота встроенные в зеркала. Хромированная накладка на радиаторной решетке. Двигатель здесь не самый мощный, 4-цилиндровый, 1.6, 102 лошадиные силы. Диодный задний блок фар, стоп-сигнал, и так как мы уже детально рассмотрели экстерьер автомобиля, давайте перейдем к интерьеру. Тканевые вставки в панели дверей, центральный замок, электрорегулируемые зеркала с подогревом, открывание крышки багажника, крышки бензобака, подстаканник. Водительское сиденье имеет механические регулировки,
продольно по высоте, спинка сиденья, развитая боковая поддержка. Электронный стояночный тормоз. Сейчас он активирован. Чтобы деактивировать его, нужно нажать на тормоз и нажать на него с функцией Auto Hold, которая незаменима, особенно в пробках. Этот автомобиль имеет пробег 75 тысяч, практически 76 тысяч. Давайте послушаем, как звучит двигатель. Очень даже неплохо, учитывая, что двигатель 1.6. Цифровые часы. Управление бортовым компьютером. Средняя скорость. Запас хода. Расход. Температура за бортом. Вся необходимая информация для водителя. Здесь установлена аудиосистема GVC с MP3. Вход USB. Ниша для вещей. Двухзонный автоматический климат-контроль. Температура для водителя, для пассажира. Задние и передние обогрев стекол. Различные зоны. Рециркуляция, автоматическая рециркуляция. Подогрев сидений с 5 ступенями, как для водителя, так и для пассажира. Пепельница и прикуриватель. Отключение системы динамической стабилизации. Я уже упоминал, 5-ступенчатая механика, подстаканник, подлокотник регулируемый. Также он обит тканью, так что, что бы вы сюда ни положили, оно не будет греметь. Макияжное зеркало с подсветкой. Подсветка. Контейнер для очков. Здесь установлено 6 подушек безопасности. 8 колонок. 4 основные колонки и 4 пищалки. Качество отделочных материалов, качество сборки на хорошем уровне. Здесь применяется сочетание твердого и мягкого пластика. Пластиковые вставки под темный алюминий. Хотелось бы отметить вот эти удобные сиденья. И как переднему пассажиру, так и водителю будет очень комфортно. Активные подголовники. Чтобы заглушить двигатель, нажимаете один раз. Давайте возьмем ключи и переместимся на задний ряд сидений. Механические регулировки у стекол для задних пассажиров. Удобная посадка на задний ряд сидений. Задний ряд сидений оснащен системой ISOFIX для крепления детских удерживающих кресел. Подлокотник мягкий. Розетка. Дефлекторы вентиляционных отверстий. Боковые вешалки. Подсветка. Регулируемые подголовники.
подсветка. Здесь разместилось запасное колесо, домкраты, инструменты. Очень просторный багажник. Такие же механические регулировки имеет и пассажирское сиденье, за исключением регулировки по высоте. Бардачок обит тканью, довольно вместительный, с подсветкой. Просторный немецкий седан. Мне лично очень нравится. Сейчас у меня Volkswagen Passat B5 2001 года выпуска, американец. И сравнивая с B6, я не знаю, наверное, тут сравнивать можно очень много. Но мне оба автомобиля нравятся, в том числе и новый кузов B7. Отличные автомобили. На этом обзор Volkswagen Passat 2008 года выпуска завершен. Я надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, берегите себя. Всем хорошего настроения. И до встречи в следующий раз.